Этап Кубка Европы по дзюдо, который состоялся в Минске в выходные, побаловал ценителей этого вида спорта жаркими поединками. На кону стояли лицензионные очки, а значит, каждый бой носил принципиальный характер. Тему продолжит Светлана Сиротко. Во второй соревновательный день лишь трем белорусским атлетам удалось добраться до медальных встреч. При этом Александр Стишенко в категории до 81 килограмма свою возможность подняться на пьедестал упустил. А вот наша тяжеловеска Марина Слуцкая, а также Игорь Жуков были сильнее оппонентов. При этом Жуков в весе до 90 килограммов победу отпраздновал эффектно. В упорном и бескомпромиссном поединке он провел прием на оценку японы и сорвал овации зала. Хотелось, конечно же, финал выиграть, но довольный как бы бронзой, потому что очки на Олимпиаду. Олимпиада уже через год, надо лицензионные очки. Вот хоть какой-то вклад в очки получилось внести на Олимпийские игры. Медальный итог белорусской команды, таким образом, три награды. Накануне металл высшей пробы завоевала Дарья Скрипник. На домашнем турнире тренерский штаб, возможно, рассчитывал на больший улов, но и соперники оказались не мальчиками для битья. Все равно ребята показали, что они могут. Они рядом с медалями, они могут бороться за медали. И какие-то маленькие такие нюансики не позволили. И вот если исправить эти нюансики, тогда мы будем на коне. Ряд атлетов теперь возьмет курс на Баку. Кто-то вместо первых европейских олимпийских игр отправится на 28-е всемирные университетские. Но погоня за олимпийскими квалификационными баллами еще продолжится.